игра началась. В принципе, защищались неплохо. Вели, в начале игры вели там даже 3-4 мяча вели. Казалось бы, игра набирает обороты, набирает результат. Но в конце концов получилось так, что не выполнили некоторые игроки установку. Было очень четко было сказано, что если мы выиграем мяч 2-3-4, значит, мы никуда не торопимся. Время работает на нас. Ну, начались, я сейчас не буду детально говорить о игроках. Хочу только сказать, и девочек поблагодарить. Во-первых, они старались, они отдавались. И нельзя сказать, что они где-то делали ошибки такие, которые привели к положению. Но установку должны были выполнять, игровая дисциплина должна быть. Они несколько поспешных бросков сделано было, и мы получили обороткой. Потом немножко начала, игра немножко перешла немножко в другое русло, чуть-чуть подустали, в защите немножко опустились, в нападении начались ошибки. Потери мяча, сбросы в линию. Но хочу сказать, что моментами команда играла неплохо, показывала хороший гандбол, вот современный. Но этого еще недостаточно. Надо играть от первой до последней минуты. Тогда можно говорить о каком-то серьезном результате. Що з даною Діабло, що сталося, яка в неї травма, чи можна грати далі? Діабло просто на ровному місці підвернула голеностоп. Ну, доктора сказали, що там, по-видимому, візуально, що перелому ніякого нету. Просто зв'язки були розтягнуті. Надрыва нету, и надеемся, что она завтра встанет в строй. Девочки все хорошие, перспективные, вот. Но не хватает подготовки. Вы сами знаете, я уже банально не буду говорить, что год и больше года команда не собиралась, не играла вообще. Это была первая игра, год и два месяца. Поэтому и получились провалы, особенно провал игровой практики. Не хватало, не хватало опыта.